Дорогие друзья, вы сегодня видите нашу встречу, которая принесла столько пользы, столько вдохновения, потому что бизнес-завтрак превратился в изменение реальное своей собственной жизни. Поэтому все, кто сегодня пришли сюда, получили такой бонус, после которого жизнь кардинально изменится. А все было очень просто, просто мы все поделились своим опытом. Мы вас любим, приходите к нам, это очень здорово. Меня зовут Руслан. Про DAO узнал только сегодня. Могу сказать, как бы по опыту. Было непонятно продавать своим заказчикам товар. Они задавали себе один вопрос: а нахера мне это надо? Ну вот, система DAO может более структурированно объяснить, нахера мне это надо. И зачем я непосредственно занимаюсь, допустим, данным видом бизнеса? Зачем мне это надо? Кому я продаю, и в зависимости от этого, я как я буду продавать. Поэтому DAO — это интересная вещь. Вот я читал DAO Toyota, но там больше по техническому отделу. А здесь DAO в маркетинге, вот оно дало понятие. Сейчас даже я посмотрю. Сделать желание его, чтобы он это приобрел и дальше использовал. И какие выгоды ему это отдаст. Если брать, допустим, рассмотр то, что мы сегодня делали, то здесь много инструментов по осознанию. Осознанию и понятию внутри себя, потом ведение бизнеса. То есть это своего рода анализ. Да, зачем ты этим занимаешься? И зачем ты продаешь или найти? Изначально мы определили дословно случайные слова. По случайным словам мы нашли их историю. Вернее, да, это все-таки природа. Нашли природу. Зачем нам это надо? И что мы от этого ожидаем? То есть мы нашли природу. И как, используя архетип продукта, найти намерение. Это очень помогает для непосредственно при продаже там, B2B или B2C. Мы, рассказывая определенную историю по архетипу человека, можем продать ему определенное намерение, чтобы он захотел купить товар. То есть импульсивная покупка уже она не импульсивная, а четко продуманная. Поэтому все, что говорят импульсивно, это не понимают, что у продукта есть DAO, и что можно через архетип человека вызвать у него намерение это приобрести. То есть создать ему ценность больше, чем он сейчас стоит. Поэтому все это технологии, ими нужно пользоваться. Честно говоря, показывала ей еще устаканивается то, что получила. Ну, в контексте, да, своего товара очень интересно разобрать, ну, вот эту концепцию DAO, да? То есть зачем этот товар и целевую аудиторию свою проработать. Зачем люди идут за моим товаром в этом контексте? Маркетинга я не слышала такого еще. Вернее, само слово DAO, конечно же, да, знакомо, но именно чтобы это использовалось в маркетинге, в бизнесе. То есть это для меня новое. С этой стороны посмотреть на своих покупателей, на свой товар. Написала, вроде как уже я спокойна, что я это делаю. А тут еще как-то я плаваю. А тут еще придется делать. Неожиданно получила хорошее направление в понимании DAO. Ту цепочку, которую нужно применять по отношению к любой вещи, потому что меня очень интересует тот факт, что потребность рождает намерение. А потребность и желание связаны. Поэтому у нас есть желание, они отвечают на вопрос, что я хочу. А потребность говорит, не всегда надо то, что ты хочешь. Поэтому потребность – это надо, а желание – это хочу. А вот то, что надо, чтобы его облегчить, это надо, появляется вот это намерение. И тогда появляется вдохновение. Тогда надо, делается легко. Так. Я шел, ожидания мои были такие, прям меня разлюбопытство, я не знал, что будет. И как обычно, я понял, что информация ценная, полезная. И получил как раз практическое понимание вот по теме, то есть это мы говорили сегодня о DAO. И для себя я получил понимание того, что вот как раз ценность, ну, подтвердил историю по архетипам, и как раз что ценность продукта должна подстраиваться, ну, как говорят, уникальное торговое предложение, оно подстраиваться должно под конкретную целевую аудиторию. И я у многих обучался, и было понимание
целевой аудитории и так далее, но по архетипам я нигде больше ни у кого не видел. Вот. Что для себя нашел, и как раз вот получилась неожиданность, когда вроде было не связано с сегодняшней темой, да, но на моем конкретном примере рассмотрели дуальность, и это для меня было прояснение, просветление такое, что это реально может изменить мою жизнь. Вот. Поэтому, когда это получается как такой вау-эффект. То есть мы идем сюда за одним, а от своих коллег, от своих партнеров получаем еще какой-то дополнительный бонус, который, ну, реально нигде его, может быть, и не получить.